Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию национальной системы статистики Узбекистана. Согласно документу, закреплена независимость Госкомстата от всех госорганов. Не допускается любое вмешательство в законную деятельность органов статистики, включая процессы сбора официальных статистических отчетов, проведение обследований, их издание и публикацию. Также документом утверждена национальная стратегия развития статистики Узбекистана в 2020-2025 годах, разработанная совместно с Всемирным банком и дорожная карта по ее реализации. Что касается приоритетных направлений совершенствования системы статистики, отметим, что помимо преобразования органов статистики в независимую службу определены полноценное функционирование статистического совета при Государственном комитете по статистике путем укрепления его полномочий и обязательств, организация целостной системы сбора, обработки, анализа, издания и накопления данных с широким использованием ИКТ, интеграция ведомственных баз данных в единую систему управления статистикой, поэтапная оптимизация структур и задач территориальных органов статистики за счет дальнейшего улучшения материально-технической поддержки деятельности органов статистики и другие. Общественному совету, который функционирует при Госкомстате, дополнительно поручили разработку предложений о совершенствовании работы комитета, помощь Госкомстату в формировании актуальной и достоверной статистики, а также установление тесной связи с пользователями для повышения осведомленности и доверия общественности к статистической информации.